Я не считаю свойственным какой-то. В Бишкеке состоялся экспертный круглый стол на тему 30 лет независимости Кыргызстана. Обсуждены вопросы становления государства, стратегические ошибки, лучшие моменты и события этого 30-летия. В мероприятии приняли участие известные общественные деятели, представители дипломатической академии МИДа, университетов, а также политологи и доктора наук. Эксперты, стоявшие у истоков государственности, обсудили возможные пути и модели развития страны. Этот круглый стол больше призван осознать пути развития Кыргызстана, которые мы должны достичь в ближайшем будущем, посмотреть положение Кыргызстана в окружающем мире, обдумать и решить, какие плюсы и минусы нам дает наша национальная идентичность, и попытаться это претворить в жизнь, в организации общества, ну и как следствие экономики, для того, чтобы создать достойную жизнь в дальнейшем многонациональному кыргызскому народу.